Еще один зеленый уголок. В минувшие выходные в Иванове прошел очередной эко-субботник. На улице летчика Лазарева вдоль нового тротуара высадили 55 молодых кустарников с пиреи японской. У нас год экологии текущий, и каждую субботу в осенний период времени, именно по технологии в это время и сажать и надо, каждую субботу устраиваем субботники и в разных частях города будем производить посадки зеленых деревьев и кустарников. С инициативой о посадке кустарников выступил местный депутат Галина Бочкова. В мэрии идею поддержали, подключились к делу и предприниматели, так что к рождению новой аллеи руку приложили все. По просьбе родительского комитета, жителей близлежащих домов, было благоустроено вот этот тротуар, потому что здесь пройти во время дождя было практически невозможно. А сейчас замечательный такой микрорайон, и мы должны еще до конца обустроить это все. В посадке приняли участие также активисты местного ТОСа, жители и ученики ближайшей 56-й школы. Я считаю, что это очень важно, ибо всегда должно быть везде все ухожено. И я, конечно же, сама тоже рада в этом помочь. Саженцы безвозмездно предоставил питомник малинки. По словам специалистов, спирея – японское растение неприхотливое, приспособленное к выживанию в городских условиях. Кустарнику не страшна ни пыль, ни потопы, которые здесь после дождя не редкость. Но, как оказалось, много воды растению только на пользу. Хорошо, что прошел дождь, пролил землю, поэтому дополнительно проливать не нужно. Вот, сажаем сегодня кустарник спирея японская. Вот, вырастет. Он не будет большой, он будет где-то, метр максимум, да, даже поменьше. Вот, поэтому очень здорово украсит эту проезжую часть. Цветет спирея долго и ярко, к тому же служит активным экощитом между дорогой и тротуаром. Специалисты управления благоустройства намерены проследить, как приживутся молодые кустарники. А в скором времени здесь планируют сделать еще и газон. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.